It says in the opening caption of this film, "Everything you'll see in this film happened in South Ossetia in August 2008. Let's watch. Here, a Georgian is shooting down an Ossetian car. Now, let's think about it. At least 5 cameras have been used for shooting this, and all of them are fixed on tripods. This is a staged scene with good pyrotechnics. It doesn't happen like this in reality. In reality, everything looks much more prosaic. Here, you see a car full of Turkish journalists under fire from Russia's military. The car is clearly civilian. That's how it looks. There's nothing heroic, and no tripods. But we digress. Let's continue watching. Тем временем в городе началась волна зачисток. Грузинские танки в сопровождении пехоты двигались по улицам. Огонь открывался без предупреждения по любому человеку в зоне видимости. Please note, the commentator said that everyone within sight was under fire. But the cameraman is within sight, isn't he? And he's not fired up. Something is wrong. По Геббельсовской ложь редко бывает последовательно. В этой городе, где абсолютно было дезорганизовано сопротивление, где, собственно, сопротивления не было, где вся была надежда на русские войска, одна вещь была организована замечательно, это была пропаганда. Рассылались смс-ки, бегали соседки перед камерами ОРТ и РТР, выступали женщины, которые рассказывали, как грузины режут горло, как они давят танками детей. Но по истечении всего вот этого времени сами осетины не привели ни одного документально зафиксированного случая, когда было бы ясно, что грузин намеренно убил мирного жителя. Грузинских зверств нету достоверных свидетельств, а грузинские села вычищены. Далеко не заходи. Все? Ага. Причем, какой ты сам сказал, мы там все выровняли. Это так теперь называется окончательное решение грузинского вопроса в одном отдельно взятом ущелье Большой Ляхви. Это было его публичное заявление. Мы там все выровняли. When I was searching on the internet for a common list of victims, I stumbled across an interesting video, a piece of Russia's television news. Here it is. Практически весь городок уничтожен. Сейчас вы слышите, перестрелка увеличивается, и мы вынуждены прекращать наше прямое включение. At first, I didn't understand the trick, but I rewound it and looked again. Please take another look too. Сейчас вы слышите, перестрелка увеличивается. Can you see? It's a wonder. There's sudden shooting. The reporter twitched, allegedly because of the sound, but a soldier behind him continues to rest peacefully. This is also a performance, but not even in a film, in the news. Available now on iTunes.